Ребята, а на этот Гелендваген мы установили раздвоенный выхлоп на две стороны. В штате он был стоковый. Сейчас тут стоят насадки. Овальные двойные насадки с одной стороны и с другой стороны. Все как положено, все как любят владельцы таких машин. Эстетика вопроса, она была очень важна, поэтому мы все сделали на аргоне, все швы, которые необходимо было проработать, зачистили, все красиво, ровно, аккуратно, учли геометрию кузова, потому что там очень мало места, на дизеле очень сложно сделать так, чтобы ничего не касалось, все было эстетично, органично. Владелец оставил много денег, владелец оставил нам машину на целый день, но получил удовольствие, потому что эстетика вопроса для таких машин очень важна. Гелендваген 2021 года прокачан в ультравыхлоп.